47. Tom, I need a new suit. Oh, Mr. 47. What a pleasure. Oh. Yes, yes, I can tell. You need a new suit. Now, please, follow me. Ну что ж, ребятки, всем привет. Меня зовут Иван, вы на канале Фолиота. Мы в 16-й промежуточной миссии Hitman Absolution. Ну, миссии, конечно, эту с трудом назвать можно. Это так, скорее, отдых для усталого путника, усталого глаза. Нам нужно здесь переодеться. Это чисто такой эстетический, скажем, эстетическое отступление от сюжета. И вот он, какой красавчик. Reinforced seams, invisible stitching, and, of course, silk linings. Да, по праву дорогой костюмчик, наверное. Hitman Bloodmoney нас за него 5000 баксов сдирали. Еще такая музычка интересная. А то и право надоело в замызганном виде всю игру бегаем. Какие-то, блин, в саже в какой-то, в копоте, в оборванном, блин. Так, ну, здесь можно спуститься, видите вы, в локацию, в подвальную. Тут у нас разного рода костюмчики есть. Не знаю вообще, какую ценность с собой этот портной представляет. Улику-то даже не забудьте взять. Какую ценность этот портной для Лысого представляет. Мне казалось, что у него во всех уголках мира есть свои портные, блин. Да, и вот тут, кстати, еще на стеночках есть некрологи. Все, если вы помните, такие напоминания о делах минувших дней. Если можно так выразиться. Ну, в частности, из Bloodmoney. Тоска, это вот картиночка, это мы когда в опере были. Я помню, Альвара да Альвада, по-моему, как-то его там звали, этого нашего. Так вот, да, газетные вырезки, что называется, с первых полос, как нас там разыскивали. Весьма и весьма примечательно. Приятный такой экскурс в прошлое, надо сказать. Так, ну, в общем... Кому надо, собирайте здесь все оружие. Тут еще есть комнатка такая. С отоплением, наверное, или что-то такое, не знаю, водонагревательное. И пора отчаливать нам. Повторюсь, недолго, видите, да? Чуть больше тут трех... Ну, почти там, грубо говоря, 5 минут игрового времени. Но интересное местечко. Приятный такой бутичок. Тони Клемен. НК, что ли, не вижу там ее. Это Сартория. Что ж, теперь мы в полном порядке. Отправляемся искать Викторию. Берегитесь. Берегись, Декстер. Берегись, Трэвис. Лысый за вами идет. В общем, вот, все тут одежка. Собирайте, кому не лень. Так, а я увижусь с вами, друзья мои, в 17-й миссии очень скоро. С вами был Фолиот. Всем до новых встреч и большое пока.